Здравия, желаю с вами командор Вэлл well, в очередном видосе про War Robots, местную кухню, ну и в принципе про розыгрыши, где я бы хотел начать с литарического вопроса, почем нынче преданность, ну или шутя в сторону мема про сериал Чернобыль, почем нынче цена целлюлозы, особенно учитывая санкции. Где, похоже, цена состоит в небольших порциях виртуальных продуктов ну, в данном случае роботов и оружия, где за подобные подачки некоторые готовы драть глотку или даже прислуживать мерзопакостному полоскуну и прочим, э, сомнительным личностям. Причем, порой, даже если эти фанатики ничего не получили. Но надежда раздач вселяет в них веру в правдивость и святость человека. Ведь непогрешимо рука дающего. Ну, либо просто потому, что он понравился голоском или прочими нетривиальными вещами. И вот у нас уже есть культ. Конкретно культ личности. Или, я бы даже сказал бы, секта полускуна в мире War Robots. Конечно, некоторые сейчас скажут, что командор ты задрал со своим полоскуном, и тема заезженная. На что я, конечно же, соглашусь. Ведь тема действительно часто поднимается. Хотя ее все равно надо Поднимать, потому что на видосы приходят разные люди, в том числе и те, кто не знает и может сомневаться. Поэтому об этом надо говорить. Тем более на этот раз появились новые доказательства: я бы сказал о наличии организованной преступной группировки с крестным отцом в виде полускуна. Причем я не шучу, потому что в качестве подстилки был замечен Чикатило. Эээ, прошу прощения, я оговорился он чертила. Просто они довольно созвучные. Так что я что-то слегка в этом плане перебрал и ошибся. Но не суть. Хотя для понимания вопроса, в том числе на всякий случай напомню, но теперь уже кратко, историю диктатора Полускуна, э, ну, точнее, моего расследования. В общем, помимо того, что я сделал пару проверочных видосов, которые набрали в лучшем случае 200 просмотров, где до этого момента аудитории по War Robots у меня не было. Потому что я сделал всего лишь пару видосов, которые набрали никчемное количество просмотров на тот момент. И, о чудо, великий глава Ордена Святой Мусорки лично обратил на меня свой взор и начал кидать незаконные страйки, при том, что это так называемое добросовестное использование, причем чистейшее. Там, в принципе, не подкопаться, но ему было пофиг где он вообще грозился адвокатом в гражданском т процессе, что для знающего человека вызывает улыбку. Потому что, как правило, адвокат — это специалист только по уголовным делам. Ну и в принципе адекватные люди говорят исключительно юрист. Это будет, ну, практически всегда корректнее. Из-за чего я сразу понял, что с высокой долей вероятности передо мной стоит какой-то овощ. Ну, в плане юриспруденции и некоторых других аспектов. Я, если что, не про человека в целом, а только про некоторые области знаний или же поведения. Так вот, страйки не прокатили. Потому что у Ютуба есть защита от злоупотребления подобным инструментом, и, хотя, на мой взгляд, сделана эта система м -м, все равно через пень колоду. Но это все-таки хоть что-то. Поэтому, осознавая, что мои руки, условно говоря, развязаны, я пошел собирать и выкладывать доказательства дальше. Где дебилушка Полоскун э, ну, в плане решений по каналу предоставил нам просто охренительные доказательства своего вранья, которые, по крайней мере, на момент публикации специального видоса находились в открытом доступе. Следовательно, любой может их проверить и удостовериться, что я не вру. Хотя фанатикам железная логика все равно не вдомек. И, конечно же, меня в очередной раз обосрали, сказав, что я хейтер, и напридумывали еще кучу всякого всего. Хотя проверить вообще было несложное. несложно. Однако религиозный фанатизм и нежелание слушать – это нынче беда современности. Так вот, я опять же скидываю два скрина по видосам Полоскуна, где ну откровенно видно, что человек врет. Если у вас, конечно же, есть хоть какой-то зачаток мозга и понимание игры. Потому что ты не будешь получать тысячу мемориумов в день, всего лишь несколько раз открывая сундуки за 100 ключей. Но Полускуну на правду, конечно же, было плевать. Потому что главное, что разработчик подобные видосы пиарит через свою собственную службу новостей, и как минимум только за счет этого Полоскун получает профит. Хотя, возможно, или даже, скорее всего, там гораздо более тесные отношения, которые будет очень сложно доказать. Так что, к сожалению, это все-таки из разряда предположений. Но профит в любом случае он с этого получает. Поэтому очевидно, для чего он это все замутил. Банальная мега выгода. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Причем, опять же, обращаю ваше внимание, что на скринах два разных канала, оба которых, естественно, принадлежат Полоскуну, где дата публикации видосов на разных каналах по теме тысячами мемориумов в день составляет в районе двух недель. То есть это не ошибка, потому что сказать одну и ту же шляпу два раза подряд с таким внушительным промежутком времени — это либо план, за который он получил преференции, потому что его же пиарили, либо акт откровенного дебилизма. Что не выбирай, все плохо, короче. Поэтому правдивость полоскуна и его ореол святости — это все бред, который вы сами себе придумываете из-за непонятных для меня заблуждений или желания верить в желаемое. Потому что жить в мире лжи и не хотеть видеть правды в неком смысле легче. Поэтому некоторые продолжают верить в его святость и непогрешимость, даже если он несет откровенный бред. Ну и, конечно же, раз на канале дофига просмотров, которые, кстати, можно купить и по большому счету, многие места уже давно куплены. Да и, скажем так, рынок давно попилен. Хотя, несмотря на это, у людей численность все равно вызывает доверие к условному бренду. Причем на полускуна есть еще много информации, но, на мой взгляд, это просто христоматийный пример и легко доказуемый момент. Потому что его очевидцем являлся я сам. При этом есть различная информация, что он в том числе называл Лучидора саппортом, что Откровенный бред и прочие веселые моментики. Это, кстати, к вопросу его правдивости и знаний об игре. Хотя после мемориума и так все ясно. Но, к сожалению, подобного рода информация получена со слов, где некоторые люди в наглую врали про полоскуна. Что тоже нехорошо. Да, безусловно, полоскун негодяй. Однако придумывать басни не стоит. Но, как вы понимаете, и на что я опять же обращаю ваше внимание, что я не руководствуюсь просто слухами и отношусь к ним скептично, как и должно быть. Момент с полоскуном мы прояснили. Надеюсь, понятно, что он является вруном, с которым нельзя говорить об игре и вообще о чем-то просто потому, что он врет. Ну, помимо того, что в некоторых вопросах он вообще не раз и пытается все втихую заткнуть, оставляя свой образ непорочным. И как выразилась его личная подстилка, из-за которой я и решил сделать сей видос добрый, хороший и отзывчивый человек, который даже маты не используют. Ну, собственно, я тоже их не использую, за редким исключением. Но дальше-то что? Это делает меня автоматически святым, что ли? Ну, можно так же, как и Николашка Второй, котов и собак расстреливать в большом количестве забавы ради возможно, и правда быть хорошим семьянином, но при этом просрать страну и вообще довести народ до белого коления. Потому что я ж царь. Ну, расстреляли людей дофига. Ну, померло от голоду и прочего очень много народу. Зато я не матерился, был сдержанным, и воротничок был белым. Да и вообще престол был мне дан богом. В общем, охренительная Россия, которую мы потеряли но продолжаем тему и переходим ко второму пункту за что собственно чертило получил банан я вам отчасти специально это рассказываю как пример почему я в отличие от того же диктатора плоскуна не баню налево и направо потому что мне видишь ли человек не нравится да безусловно не буду строить из себя святого и честно скажу что если человек мне не нравится то да я могу слегка натянуться в луноглобус на и попытаться сделать все другое. Для бана. Разумеется, лишний мотив в этом плане есть. Но по факту я могу забанить кого и когда угодно. И никто мне за это ничего не сделает. Иными словами, бан это чисто совестная штука на усмотрение администратора или лиц с соответствующими правами. Вот и все. Но несмотря на мое явное пренебрежение, где я не буду скрывать, что чертила мне уже на тот момент сильно не понравился, и это даже не совсем связано с критикой в мой адрес. Это его право критиковать, даже несмотря на то, что я его шляпу считаю идиотизмом. Но если человеку нравится носить огромную розовую шляпу, да еще и в крапинку, ну и к тому же с изображением всяких сомнительных цен недалеко от порнографии, то как бы это его дело. Но ровно до тех пор, пока это дело не начнет задевать определенные нормы общества, где наш славный герой Чертила позволил себе фразу, затрагивающую физические особенности человека, что является вообще-то табу для YouTube. Ну и вообще для любого адекватного человека, потому что подобные высказывания может позволить себе уж, извините за мое просторечие, но только быдло, а то и хуже, где, поверьте, ни хрена мне там не показалось, потому что человек четко показал, кому адресовано, и тем более недвусмысленно указал с учетом специфики стрима и обстоятельств дела, что имеется в виду, а именно какие-то физические особенности небо. Неумение говорить, иными словами, навыки, которые можно приобрести, нет. Здесь была именно физиология, что, повторю еще раз, недопустимо. И цель была четкой. Я ее просто не хочу озвучивать и разбирать, ибо тема крайне скользкая. Так что, как бы сказал Гаурон, это ты на Лубянке расскажешь, что ты белый и пушистый, и вообще имел в виду не то самое. Даже, знаете, пожалуй, вставлю-ка я Гаурона. Подождите, меня подставили! Это вы на Лубянке расскажете. 嗯嗯嗯。<laughs> между прочим здесь прямо напрашивается вопрос а чё ты чекатила? Э, прошу прощения за криминализацию моего мозга он э, чертила так вот э, чертила чё ты вообще здесь делаешь если ты не соблюдаешь правила Ютуба, за что тебе уже нужно прописать карточку за нарушение правил сообщества или вообще лучше выгнать тебя далеко и подальше забанив сразу твой аккаунт чтобы мы твою грязь и лицемерие больше не видели. Но, к сожалению, разумеется, система работает далеко не так, как хотелось бы. И, конечно же, ему это все сойдет с рук. Некий обыкновенный фашизм. Надеюсь, все помнят, кто любил выделять для лиц с особыми заболеваниями специальные места, где-нибудь в такой уютненькой печке с порой очень интересными последствиями. Надеюсь, все про это знают. И про главного символа этой доктрины, Гитлера портрет которого, похоже, висит в обители чертилы. Такой вот весь с бахромой, да еще и с золотой обложкой. Но я все-таки надеюсь, что это все же моя очень неудачная шутка. И даже портрета в душе у чертилы нет. Хотя, к сожалению, я как-то уже не совсем уверен. Между прочим, меня еще знаете, что веселит? Что до этого на стриме другой человек задался этим вопросом. На что я человеку ответил, что наши догадки мы можем оставить где-нибудь под кроватью. Ибо озвучивать их не стоит. Потому что, как минимум, это будет крайне некорректно. Ну и человек все правильно понял. В отличие от чертилы. Причем лично меня здесь очень сильно напрягает фраза модератор у великого вождя мира Варроботс Полоскуна, где, во-первых, мы выяснили, что он входит в банду или в орден святой мусорки, ну и, во-вторых, я бы, конечно, мог натянуть сову на глобус, сказав, что каков сотрудник, таков и сам начальник, но на самом деле бывает так, что вроде бы к тебе пришел интеллигентный рабочий, добрый, отзывчивый человек, ну, короче, хороший. Да, если что, это тонкая ирония этого коммента. Где потом выясняется, что твой задушевный сотрудник оказывается каннибал, убийца и бадьяк, каких еще нужно поискать, где если начальник об этом не знал, то, собственно, в чем его вина? Тут, скажем так, не повезло, не фортануло. Но если Полоскун знал, кто у него в модераторах, ну, тогда с тобой все ясно. Где, между прочим, у меня в этом отношении крайне жесткое правило, что если ты хочешь у меня модерировать, то тебе придется пройти школу школу командорских модераторов, срок которой не менее шести месяцев, где я вообще в принципе считаю, что модератором может быть только юрист с опытом работы. Хотя на самом деле опыт жизни также показал, что всему можно научить. Так что крайне желательно, хотя все-таки не обязательно. А вот моя школа на конкретных примерах – это однозначно нужно. Тем более, чтобы модерировал человек, скажем так, именно на моих принципах. Ну и я еще бы немного в юриспруденции чела натаскал бы. Потому что без понимания некоторых аспектов тут, скорее всего, будет никак. Потому что нужно понимать, что такое вина, умысел и прочие исходные. Так что у меня в этом плане жестко. Собственно, по этой причине у меня еще нет ни одного модератора. Ну а полоскуну на это похоже пофиг. Так что да, в этом плане он показывает свое отношение и расхлебанность. Впрочем, он же пришел сюда за баблом. Так что сойдет любая рабочая сила. Главное, что Spice must flow. И не более того. Касательно бреда, про «ты должен соблюдать правила игры» и прочая лажа. Начнем с того, что это донатная помойка с системой гачи, с которыми уже довольно так серьезно начинают бороться. Например, недавно прочитал, хотя и так новости в принципе свежие, что Китай уже то ли захреначил, то ли еще хреначит на этот счет закон. Причем я хотел поискать подобные европейские примеры, потому что я их Помню, были уже но недавний пример Китая будет абсолютно не хуже. Так вот, есть такая интересная статья, как 15 часть 4, которая отражает приоритет международного права, в частности, общепризнанные нормы по типу всеобщей декларации прав человека и прочее, через которую, имеется в виду статью 15, можно подтянуть варроботс. Ведь давно понятно, чем это является. По факту это все казино и завязано на азарт. Причем, как известно, даже букмекеров очень сильно так подтягивают в плане их возможностей. На ютубе и на некоторых других площадках их рекламу как минимум активно блокируют. И на самом деле все эти донат-помойки, особенно по системе гачи, находятся в очень серой зоне. Недалеко или порой вообще вне закона. Следовательно, «Обязан ли я соблюдать законы помойки?» Ну, скорее, нет. Или очень сомнительно. Где я бы мог больше на слова блудить, приведя в пример, допустим, 34-ю статью, поставив под сомнение законность данной помойки из-за нечестной конкуренции. Где можно, опять же, вспомнить про купленного полоскуна-лидер мнений, что может являться примером недобросовестной конкуренции» где через внутреннюю почту пиарят и продвигают практически исключительно его. Потому что Полоскун же врет в пользу разрабов, за что получает определенную выгоду. Где, между прочим, Полоскун получает выгоду и на второй канал, который однозначно был накручен в плане подписчиков, что нарушает те же самые правила War Robots. И это очевидно. Но почему-то полоскун не прикасаем. Причем даже в твоем же исполнении. Святоша ты наш, чертильный. Хотя ник твой Чикатило. Да твою же дивизию. Опять 25. Короче, ребят, у меня сдвиг по фазе. Такое у меня бывает, где я постоянно говорю неправильно. В данном случае Чикатило, хотя он чертило. Но м -м, просто понимаете, что я имею в виду всегда чертило и не более того. Дальше я оговариваться не буду, меня это уже просто задолбало. Где я думаю, и так все понятно, что я имел в виду. И на мои тараканы в голове в данном случае просто не обращайте внимания. Так вот, Чикатило, где доблестная защита прав помойки от Полоскуна? Ну он же нарушает правила. Где богоугодное стукачество и бан Полоскуна? Где? а его нет, ведь ты же его друган. А как же на друганата можно стучать? Он же добрый, отзывчивый человек и, наверное, по-доброму нарушает правила, дабы всего лишь обогатиться. А ведь это святое дело коммерсантов. А это так-то богоугодное дело. Я, конечно, не помню, где это было написано, но точно где-то было. И ведь главное, без матов это делает, желая всем только добра, чтобы люди смотрели его трать свое время, ну и в принципе забирая трафик у других. Тем самым на остальных-то времени не хватит. Понимаете, он же о ваших душах заботится. Ведь если вы будете умнеть и смотреть других, вы же можете осознать говенность мира и, не дай бог, уйдете заглушать боль алкоголем или вообще наркотой. А так послушайте полоскуна и его соратников ну или приспешников. Задонатите в отечественную помойку, поддержите наше родное. Может, и экономика лучше станет. Ну и таким образом денег не останется на всякие вредные привычки. Смотрите, оказывается одни только плюсы. Похоже, я теперь понял, почему полоскун святой. Ну, в глазах некоторых. Так что не забывайте про чувство ранга, потому что если правила нарушают святые личности, такие как добродушный полоскун, то это нормально, ребят. Ведь это же... «Уважаемый человек, дворянин, ему даже страйки можно кидать, что нарушает мои права, но кого же это волнует? А вот мы, холопы, нам по рангу не положено нарушать правила, и за это ты будешь наказан. Ведь начальство, оно же не с простатом оказалось на вершине ты пищевой цепочки, так что не смей бухтеть». В общем, реальный цирк. Я не знаю, заблуждается ли чертила насчет полускуна, допустим, как и Алисия Мелвин в одной из серий аниме «Тыквенные ножницы», или же он просто в наглую врет, где я считаю, что он именно лжет. Потому что не замечать подобное, тем более явно смотря иногда мой канал, ну это из разряда «я либо не хотел воспринимать информацию, либо я просто врушка. И здесь, конечно, конечно же, второй вариант. Ведь я думаю, хотя, конечно, четких доказательств нет, что полоскун часть призов отдает в определенные руки в основном за службу ему. На что мне очень сильно намекает ангар чертилы. Хотя, конечно же, может быть он донатер. Но как вы думаете, если у вас особые отношения, то своим людям можно же сделать некоторые поблажки? Ну, конечно же, да. Таким образом, естественно, Полоскун и подмял часть аудитории и даже блогеров под себя. Ведь как же можно не говорить хорошего о человеке, который тебе бесплатно что-либо дает? Ну кто ж в своем уме кусает руку дающего? Тут, скорее всего, именно эта схема. Хотя, даже если наркобарон посылает деньги на строительство церквей, условно говоря, отдавая часть своих богатств обществу, то наркобароном он от этого быть не перестает. Хотя да, безусловно, может в глазах некоторых людей быть святым. Что мы и имеем в плане полоскуна. Где возможно полоскун, конечно же, часть розыгрышей дает простому люду. Но вопрос, а сколько уходит налево? Что я хотел проверить, но с вашей пассивностью и, конечно же, шпионами, это было сложно воплотить в жизнь. Поэтому я забил на это дело. Но, скорее всего, я во многом, если же не во всем, прав почему, собственно, Чикатилу и бомбануло. Это же все не просто так. И, как говорится, ну я же говорил об этом всем. И смотрите, оно же, или точнее большинство, по крайней мере, подтверждается. Чего и следовало ждать. Даже несмотря на то, что некоторые вещи были на уровне догадок. Но мир, тем более человеческую психологию, все же можно предсказать. Что, собственно, я и смог сделать. Поэтому возникает вопрос, а на самом деле сколько под каблуком полоскуна или в его секте? Потому что, разумеется, чертила не единственный, где я в очередной раз говорю, что в мире ВР никому в принципе верить нельзя. Здесь очень много сомнительных личностей, которые могут выглядеть привлекательными, но на самом деле либо в сговоре с другими нехорошими пингвинами, либо просто дураки что ли или банально лицемеры, но в любом случае их это не красит. На этом в принципе все. Но скажу такую важную вещь, что ролик мог выйти намного длиннее, но я очень многое обрубил. Так что если вам покажутся некоторые моменты недосказанными, то возможно так оно и есть. Хотя мне кажется, что в любом случае основная суть и доказательства доведены. Так что пропуск и разжевывание некоторых моментов э, не особо нужны надеюсь я не ошибся хотя конечно прочие свои чикатилы в плане информативности разумеется стоило бы сказать но не судьба так что не забудь поставить лайк затем сделать труляля потом сказать уняня и да пребудет с вами благословение фемиды. Постскриптум. Если кто-то будет орать, а я там учертил и выигрывал, а я выигрывал у плоскуда. Ребят, ну знаете, такая старая добрая схема. Ну ты часть э, действительно вкидываешь в оборот, допустим, там процентов 50%, а часть уже куда нужно. У нас же как деньги осваивают. Разумеется, нужно сделать определенный вид что деньги были направлены на то самое дело. Там по самым меньшим ценам или наоборот по самым большим. Только подрядчик-то из тех, кого мы знаем. Вот и все. Ну а часть потом уходит, сами знаете куда. Все просто.